В Ульяновской области 9-й год подряд проходит географический фестиваль «Фрегат Паллада». Во Дворце творчества детей и молодежи с 27 марта по 30 марта будет работать свыше 60 выставочных площадок, которые, по словам организаторов, посетят 10 тысяч гостей и участников. Фестиваль «Фрегат Паллада» проводится с 2011 года. Организаторами выступают Русское географическое общество и Российский союз молодежи. В этом году фишка фестиваля – расширение количества выставочных площадок, а следовательно и увеличение числа участников. Очень яркое событие. Его ждут школьники, его ждут организаторы, его ждут участники. На мой взгляд, объединяет это событие очень многих людей с совершенно различными интересами, с различными профессиями, но у них есть общий интерес. Это география, это исследование, это путешествие. На трех этажах здания школьники и студенты, родители и дети, учителя и профессора знакомились с экспедициями, кухнями народов мира, играми, животными и туристическими достопримечательностями Поволжья. Впервые на нашей площадке представлен макет плеозавра Росикуса, который представляет один из первых макетов в серии 3D-реконструкции, которые будут украшать как современное здание музея, так и будущее здание музея. Посмотреть туристические фильмы, фотовыставки, послушать лекции и поучаствовать в мастер-классах приехали взрослые и дети из разных уголков области. Кроме этого, в Ульяновск прибыли почетные гости из нескольких регионов Российской Федерации. Ими стали участник полярных экспедиций, писатель, режиссер Владимир Стругацкий, директор Музея Арктики и Антарктики Мария Дукальская. В Ульяновске я первый раз, мне и город интересен, и интересен сам фестиваль, и даже название «Трешниковские чтения», потому что Алексей Федорович Трешников – это наш великий человек, вы считаете его своим земляком, а мы считаем его своим, да, поскольку его научная жизнь прошла в нашем городе. Кроме всего прочего, у нас есть совместный проект с Крывичским музеем вашим. Сегодня откроется выставка под названием «Эпоха Трешникова». Я сделал очередной фильм о уроженце этой земли Алексея Федоровича Трешникова. Завтра будем его показывать. Это человек, с которым я дружил много лет и которого называют в России хозяином двух полюсов, потому что он участвовал в крупнейших географических открытиях в Арктике и в Антарктике. В честь знаменитого российского океанолога Алексея Федоровича Трешникова в Педагогическом университете с 28 по 29 марта состоится научно-практическая конференция, на которую приедут гости со всей России, чтобы почтить память академика. Напомним, что все площадки фестиваля будут работать во Дворце творчества детей и молодежи по 30 марта включительно с 10 до 16.00. Вход свободный. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.